Добрый вечер всем. Давайте, пожалуйста, проверим звук, как меня слышно. Слышно меня хорошо? Так, отлично, спасибо. Первая была Светлана, значит, будет первая директором, первая закроет звание. Так, отлично, потом Татьяна, Ольга, молодцы. А как вам мультфильм, понравился? Поставьте, пожалуйста, единички. У меня почему-то подтормаживало, может быть, это запись, а может быть, у вас было хорошо видно и слышно. Да, ага, все, отлично. Значит, сегодня у нас по традиции, понедельник, 20.00, школа новичка 1. И, ага, все, понятно. Так, хрипит, давайте я чуть меньше сделаю звук. Так, сейчас. Хорошо, давайте так будем. И тема нашего занятия сегодня – это суть проекта и за что платят деньги. Если у нас сегодня новички, поставьте, пожалуйста, двоечки, новички. Если есть, поставьте двоечки. Если даже новичков нет, так, есть, отлично. Если даже есть, которые не новички, а это все остальные, то я думаю, вам тоже будет интересно услышать о сути проекта, но немножко в другой подаче, потому что каждый человек, естественно, рассказывает по-разному. Давайте мы поприветствуем бурными овациями, поцелуйчиками нашего новичка Елену Данич, которая у нас сегодня пришла на вебинар и как раз узнает, как же у нас можно заработать деньги. Да, отлично, я буду начинать. Давайте мы с вами познакомимся. Меня зовут Щекина Марина, я партнер международного интернет-проекта «Бизнес новой эпохи». Живу в городе Днепропетровске, да, и мое самое большое звание в компании – это бриллиантовый директор. Ну и, конечно, все, что у меня есть в жизни, самого выдающегося, запоминающегося, это, конечно же, все дала наша компания, компания «Орифлейм» и наш проект, потому что возможности не безграничные, даже небо у нас не предел, и сегодня мы как раз об этом будем с вами разговаривать. Ну, а сейчас я представлю наш проект, это масштабный, международный интернет-проект «Бизнес новой эпохи», который может сотрудничать с 65 странами. Это проект, который вырастил меньше, ага. Сделала еще меньше. Сейчас немножко дальше отклонюсь, может, от микрофона. И это проект, который воспитал не одно поколение предпринимателей, а сейчас и интернет-предпринимателей. И эти предприниматели уже настолько выросли, настолько начали предпринимать сами, что создали очень большое количество своих уже самостоятельных проектов. Вы видите логотипы этих проектов, которые здесь представлены. Их очень много, за каждым из этих значков стоит большая работа, стоят очень большие личности, очень большие масштабы, да, потому что за каждым проектом стоит очень большое количество интернет-предпринимателей. И я представляю проект, который называется «Карьера Web 2.0». И прежде чем начать занятие, я бы хотела вам сказать, что все здесь, наверное, партнеры, да, уже есть ли здесь люди приглашенные, которые еще не заключали договор с компанией. Поставьте, пожалуйста, троечку. То есть люди просто приглашенные, которые хотят услышать о сути проекта и работы в интернет. Если такие есть, поставьте, пожалуйста, троечки. Ну а для всех остальных я скажу, что основателем нашего большого проекта является семейная пара Кирилл и Розана Голуб. А дальше вам нужно узнать, кто же является вашим директором в вашей команде, в вашем проекте, кто является вашим менеджером, а кто вас пригласил, да, потому что обязательно у вас есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы вам помогать, вас растить и так далее.
Так, нет, Олечка, у вас стоит фамилия рядом Глущенко. Это значит, что это и есть ваш наставник, ваш менеджер. А у Аллы стоит фамилия Ковальчук. Это тоже семейная пара, очень успешная. Андрей и Татьяна, которые являются вашими директорами, то есть директорами в вашем проекте. Ну, а начать я хочу все-таки с мечты. Да? Есть такой успешный предприниматель Рэнди Гейдж. Он наставник по успехологии, да, то есть воспитывает успешных людей. Так вот, я когда-то очень давно услышала его понятие по поводу мечты. Он говорил, вспомните себя маленькими, да, когда вы мечтали о каких-то игрушках, вы мечтали о том, что вас родители куда-то повезут, там на море, либо в парк, то есть это ваши детские мечты. Потом вы росли, вы вырастали, вы становились юношами, девушками, ну и, как правило, всегда мечтали о чем? Мужчины мечтали о том, что у них будет очень хорошая престижная работа, о том, что у них обязательно будет большая и обеспеченная семья, что они смогут обеспечить эту семью. Девушки, естественно, мечтают успешно выйти замуж, да? А потом времена менялись, 21 век, девушки начали мечтать тоже о хорошей карьере, о хорошей машине, ну и так далее, о загородных поездках. И сказать, что у всех эти мечты сбылись, поставьте, пожалуйста, четверочку, у кого сбылись юношеские ваши мечты. И, как правило, проходило время, девочки выходили замуж, ребята шли работать, и все видели, что мечты-то не осуществляются. И взять откуда-то это осуществление мечты не получалось. Если у вас нет богатых родителей либо покровителей, то... Да, не все, конечно. Я знаю, что как раз очень многие начали осуществлять свои мечты благодаря нашему проекту, потому что именно здесь колоссальные возможности. И вы видите, что богатые мыслят не так, как бедные, здоровые мыслят не так, как больные, а счастливые мыслят не так, как подавленные. И вот человек, у которого умирает мечта, да, этот человек уже становится пессимистом, потому что он понимает, что практически впереди жизни ничего радостного его не ждет. И вот наша с вами задача вернуть нашу мечту, дать человеку поверить в то, что любые мечты можно осуществить, все сбывается. И наша задача показать человеку, что именно мы можем помочь ему реализовать его мечту, то есть заработать деньги сегодня для того, чтобы осуществить свои мечты завтра. Так вот, для кого же подходит наш проект? Если вам нужны деньги, если вы временно не работаете, если вас не устраивает уровень вашей жизни, если вы живете в маленьком городе и нет работы, вы знаете, что сейчас очень тяжело в маленьком городе найти какую-то работу, потому что все места вакантные, перспективные уже заняты. А найти что-то, работу какую-то для того, чтобы ездить в большие города, это тоже нереально. Очень часто девочки, которые находятся в декретном отпуске, они тоже говорят, что мы ну, просто уже тупеем, да, сидя в декрете, хочется чем-то заниматься, хочется быть полезным, хочется развиваться. И если есть доступ в интернет, то наш проект, конечно же, для вас, потому что все эти «если» у нас, они осуществимы, да, то есть мы можем помочь вам в работе. Ну и мы определились с тем, что у нас уже здесь присутствуют все зарегистрированные люди, поэтому если есть новички, либо если есть не новички, но которые не активировали еще свой личный кабинет, то знайте, что вам нужно обязательно активировать свой личный кабинет, перейдя по ссылке, по письму активационному, которое у вас пришло, потому что именно этим действием вы подтверждаете свое согласие на участие в проекте. А потом я вам дальше расскажу еще, как же прописаться в нашем проекте. Итак, интернет-маркетинг – это то, что мы вам предлагаем. Что же мы будем делать? В чем заключается суть этой работы, либо идея этого бизнеса? Мы в свободное время оказываем информационные услуги по созданию
товарооборота путем поиска клиентов либо привлечения партнеров. То есть большой интернет-магазин, да, есть большое какое-то предприятие. Мы даже сейчас не говорим о нашем партнере, который финансирует наш проект. Просто любое предприятие, что ему нужно? Ему нужно, конечно же, свою продукцию куда-то сбывать. То есть сбыт, либо товарооборот по-другому. Но этот товарооборот должен кто-то осуществлять. Так вот, мы как раз и осуществляем то, что мы занимаемся интернет-маркетингом. То есть мы в социальных сетях, либо используя всевозможные источники интернет, всевозможные ресурсы в интернете, мы делаем рекламу, рекламируем нашего партнера. А партнером нашим, либо компания, которая финансирует наш проект, является компания Oriflame. И люди уже потом сами выбирают, либо они остаются клиентом нашим. Да? Наша задача – привлечь людей в наш интернет-магазин. Как только вы зарегистрировались, вам дали ваш номер и пароль. И этот номер и пароль – это вход в ваш личный кабинет на сайт компании, на официальный сайт компании, потому что вы являетесь партнером этой же компании, потому что именно она выплачивает нам деньги. И по сути мы интернет-проекты, нам все равно могло бы быть, что рекламировать. Да? Мы могли бы рекламировать красную икру, мы могли бы рекламировать какие-то ароматы, мы могли бы рекламировать одежду. Да? Почему? Потому что маркетинг – это одна и та же работа, одни и те же действия, которые выполняются в любой компании. То есть какова идея бизнеса? Это бизнес 21 века, это бизнес, в который могут влиться любые люди с любым образованием, опытом работы или без него. И вы посмотрите на эту картинку, да? То есть обычный бизнес, когда есть босс, либо олигарх, да, на которого работают все. Что делают эти люди, которые работают на его предприятии? Они зарабатывают ему деньги. Они осуществляют, помогают осуществить его мечту, не свою, а его. Что они делают? Они продают свое собственное время, они продают свои собственные знания, энергию за те деньги, которые он платит им. Но денег, как правило, хватает именно на то, чтобы прокормить свою семью. И что такое сетевой бизнес? Да, сетевой бизнес – это тот бизнес, в котором все заинтересованы друг в дружке. Это бизнес, в котором мы привлекаем людей экономить, либо зарабатывать. Это не пирамида, где вы зарабатываете деньги от взноса очередной жертвы. Нет, здесь есть движение товара. У нас с вами стратегический продукт – это косметика. И в чем же заключается сетевой бизнес? Посмотрите, каждый человек хочет делать заказы. Мы все красимся, мы все пользуемся косметикой, мужчины бреются, мы деток моем, мы головы моем, зубы чистим. Да? То есть это стратегический продукт, без которого мы не можем, потому что если даже у нас нет денег и заканчивается зубная паста, то любой человек, он найдет деньги, чтобы пойти и купить в семью зубную пасту, потому что с непочищенными зубами не пойдешь. Да? Так вот, в этом и заключается наш бизнес, в том, что мы привлекаем в наш интернет-магазин, в интернет-магазин нашей компании, нашего партнера, мы привлекаем людей, либо пользователей, либо тех людей, которые хотят зарабатывать деньги. И посмотрите, что произойдет, если каждый из вас будет приглашать хотя бы по одному человеку в месяц, хотя бы. Да? То есть что произойдет? Начинаем мы с января. Вы один, потом вас становится трое, потом три привели по одному, и вы это 7 человек, потом 15. Посмотрите, что будет через год. У вас будет организация, которая будет насчитывать 4000 человек. То есть это уже большая корпорация, да, и в которой вы будете стоять во главе. То есть что вы сделали? Вы являетесь посредником между компанией и между этими людьми, которые хотят зарабатывать и покупать тоже себе продукцию отличного качества по закупочным ценам. Потому что как только мы зарегистрировались в компании, наш партнер, компания Oriflame, дает нам возможность покупать продукцию для себя с 20% скидкой. То есть экономия. Экономия, я считаю, это тоже очень хороший вид заработка, потому что мы каждый месяц покупаем какие-то косметические средства в семью.
Что же вы получите после регистрации, что вы уже получаете? Это гениальное решение, то есть пошаговая система обучения и мотивация, которая сэкономит вам до 80% вашего времени. Потому что все занятия у нас проходят уже исходя из нашего опыта, из практики. То есть мы рассказываем то, что мы прошли уже сами. Вы получите готовую страничку захвата, то есть наш суперсайт, который я тоже вам покажу. Вы получите полное сопровождение, то есть личного наставника, который вас пригласил. Это сопровождение скайп-чаты, а также наши вебинары, да, на которые вы получаете расписание. То есть в результате вы получите вот такой шикарный сайт. Если его заказывать самостоятельно, это будет стоить очень много денег, да, если вы будете это делать самостоятельно. А так все люди, которые активировались в нашем проекте, бесплатно в подарок получают вот такое подспорье, сайт для работы. И ваша задача уже будет состоять делать очень простые действия, которые повторяют каждый из нас, мы повторяем за своими наставниками, вы будете повторять за своими наставниками. И именно здесь каждый человек, который зайдет на сайт, получит информацию, что это законный бизнес под ключ с нуля, что можно работать дома в интернете от 2 до 3 часов в день, не более. Подробную инструкцию с техподдержкой, обучение, что этот бизнес без продаж и без денежных вложений, что засчитывается трудовой стаж, то есть это вся работа легальная, бизнес можно передать по наследству, а также всевозможное чествование и регулярные поездки за границу. Скажите, пожалуйста, на каком предприятии, на какой фирме, да, где сейчас возят людей за границу бесплатно только за то, что он и так растет, либо за то, что он работает и зарабатывает сам же для себя и для семьи деньги. Я, например, такой компании больше не видела, да, потому что я сама была уже, наверное, в 13 или в 14 странах за счет компании с семьей. И самая важная задача – понять идею вашей работы. Вы видите такую фотографию, да, это картинка, там, где нож и вилка, это завтрак любой женщины. Поэтому я вам скажу, что косметика – это товар, который покупался, покупается и будет покупаться. И очень выгодно и легко работать с косметикой, потому что, показав каталог, показав электронный каталог любому человеку, да, даже на сайте на нашем, ваша задача дать ссылочку на сайт. Это раньше мы работали по-другому. А задача ваша пользоваться продукцией, да, приглашать людей в этот бизнес, то есть тоже приглашать, что делать, пользоваться продукцией, экономить, обучаться и обучать. То есть что мы в итоге делаем? Мы раскручиваем бренд компании, делая ей рекламу. То есть мы нашли компанию, которая надежная, которая стабильная, которая никогда не подводила в выплате денег, и мы доверились ей и начали на нее работать. Да? То есть мы для компании оказываем маркетинговые услуги. Мы изучаем спрос и потребление продукции, и мы занимаемся рекламой. То есть мы во всех интернет-источниках работаем с 65 странами, мы рекламируем возможность покупать продукцию очень качественную и возможность работать в интернет в таком масштабном проекте. Потому что очень многие хотели бы работать в интернет, но не знают как. А мы знаем как. У нас есть результат, у нас есть опыт, и мы им делимся. Так вот, ваши первые шаги. Вначале вам нужно, конечно же, определиться, кто вы. То есть для чего вы пришли? Вы хотите быть просто пользователем и покупать продукцию дешевле? Либо вы хотите покупать дешевле продукцию для всей семьи и этим самым экономить? Да? Либо, возможно, вы хотели бы показывать каталог у себя на предприятии и зарабатывать немедленную прибыль. Либо вы человек, который хочет начать работать и заработать $100 какие-то, ну, как дополнительный доход, да, к своей основной работе. А возможно, вы человек, который мечтает о карьере, но он не знает, как ее сделать и где, потому что для того, чтобы открыть любой бизнес, нужно очень большие, бешеные, я бы сказала, вложения. У нас вложений никаких нет. У нас каждый начинает в равных условиях. И у каждого есть возможность сделать здесь карьерный рост и заработать деньги.
И у каждого есть возможность привлечь сюда свою семью. То есть тех людей, которые, возможно, сестры, кумовья сидят дома, им нужен дополнительный доход, им нужны деньги. И они, возможно, покупают продукцию, но не нашу, а, возможно, и нашу, но у кого-то по полной цене, да, то есть по цене каталога. Дальше вам обязательно нужно подтвердить обучающую рассылку, то есть рассылка от вашего спонсора, наставника, которая будет приходить с объявлениями, с акциями. Обязательно нужно познакомиться со спонсором. Увидела ошибку, познакомиться, мягкий знак пропущен. То есть обязательно познакомиться со спонсором. Это тот человек, который будет вас вести шаг за шагом, подсказывать, что делаете правильно, что неправильно, с чего начинать, какие источники, какие интернет-источники вам лучше для того, чтобы работать. Ведь мы можем работать и с досками объявлений, и с пользоваться каналом YouTube, и Контакт, и Instagram, и Одноклассники. То есть все там, где вы чувствуете себя как рыба в воде. Обязательно подтвердить добавление в Skype, потому что именно там потом вас подобавляют в наши чаты поддержки Skype, там, где вы сможете получить поддержку в 24 часа в сутки, ответ на любой вопрос, а также поставить цель по зарплате, потому что именно завтра будет занятие в это же время по маркетинг-плану, где вам будут шаг за шагом, как для чайников, да, рассказывать, в чем же заключается маркетинг-план, какие деньги выплачиваются на каком этапе. И именно там вы сможете определиться, что вам нужно сделать, сколько работы вам нужно сделать, чтобы выйти на эту зарплату. А также вам нужно изучить инструменты, да, то есть незнание законов не освобождает от ответственности. Точно так же и у нас. Если вы не знаете каких-то роботизированных программ, обучающих вебинаров, каких-то роликов, каких-то специальных сайтов, сервисов, это не значит, что их нет. Сейчас есть всевозможное количество бесплатных, причем различных интересных, хитрых сервисов, и которые, да, их всевозможное количество на пятницу на занятиях, где делятся секретами по рекрутированию, мы все это даем, да, эти инструменты и рассказываем. Ваша задача ими пользоваться. Итак, кто из вас работал офлайн в интернет, либо у кого работали знакомые, друзья, родственники офлайн в интернет? То есть это поставьте, пожалуйста, четверочку. Это раздача листовок. А, нет, пятерочка, извините, четверочка у нас уже была. Это раздача листовок. Мы проводили мастер-классы, ходили на анкетирование, раздавали каталоги, проводили презентации, звонили по телефону. И эти методы, они кому-то в последнее время стали неинтересны, потому что они не дают такого результата мощного, масштабного, как давали раньше, когда не было интернета. Именно поэтому наш проект перешел быстренько в ногу со временем, да, мы перестроились на интернет, и этому обучаем и вам, потому что каковы же преимущества работы в интернет? Это отсутствие расходов, вам не нужно куда-то ехать, вам не нужно снимать офис, вам не нужно платить бешеные деньги за переговоры. Вы независимы, вы садитесь работать в интернете в любое время, в любом месте, когда вам удобно. Вы можете работать с 60 странами. Это то, что ограничивало нас при работе офлайн. Живу я в маленьком поселке, да, вот я и ограничена этим кругом. А куда мне дальше пойти? Я не могу, потому что я, допустим, редко куда выезжаю, да, но это пример. А здесь вы, сидя в интернете, вы можете охватить любую страну, любой город, многомиллионник, найти партнера совершенно другого там по образованию, по возрасту с вами, и вы шикарно с ним будете работать. Вы не отрываетесь от семьи, то есть вы можете работать, ребенок спит, вы работаете. Допустим, в семье есть кто-то из болеющих, да, родственников. Вы можете также, не отходя от них, сели, поработали, отошли, сделали там чаек, дали лекарства, сели, опять поработали. Либо уложили семью спать, сели и спокойно себе работаете.
То есть у нас свободный и гибкий график. Вы работаете на себя. И поэтому вы выбираете, то ли вам работать час в день, то ли вам работать 20 часов в день, как у нас работают некоторые, потому что входят в азарт. И у нас есть онлайн-обучение. Опять же, вам не нужно ездить на какие-то тренинги, платить бешеные деньги. Все это дается в нашем проекте. Причем наши специалисты, наши технические специалисты предоставляют возможность, роют, как я говорю, в интернете бесплатные, интересные какие-то фишки и выдают их нам бесплатно, не продавая. Вам не нужно за это платить. То есть все уже продумано, система налажена. Важно, наша задача только работать. Почему же наш проект, то, что я и упоминала уже, да, что мы могли бы рекламировать все, что угодно, но мы выбрали косметику. Наши основатели выбрали работать с партнером, который занимается, производит косметику. Потому что косметикой пользуется каждый из нас. Потому что косметика имеет свойство заканчиваться. Потому что каждая женщина хочет оставаться молодой и красивой. Вы знаете, что женщина купит лишнюю помаду, да, но сэкономит где-то в других вещах. Потому что мы все дарим подарки и презенты. Идем на праздники, там, в детский садик, в школу, либо к медсестре. Мы все несем подарки, какие-то презентики. Как правило, мы несем косметику, да, потому что косметика – это наш ходовой товар, это наша валюта, как я говорю, да, которой мы расплачиваемся, потому что деньги, ну, неприятно, неприлично, да, всовывать. Конфеты, шоколадки уже как-то тоже вроде бы мода на это отошла. А любая женщина будет очень рада каким-то косметическим средствам, причем что каталоги наши на 30% все время обновляются, и компания идет в ногу со временем, она все время подкидывает какие-то интересные заманухи, как я говорю. То есть какие-то интересные продукты, идет обновление, какие-то шикарные зонтики, какая-то бижутерия, какие-то красивые шарфики, сумки. То есть очень много всего, что можно выбрать, да, на любой вкус, на любой кошелек и на любой возраст. И поэтому мы работаем с косметикой. А вот сейчас я расскажу, почему же мы выбрали сотрудничество именно с компанией Oriflame, потому что это шведская косметика высокого качества. Давайте вспомним, что производится в Швеции. Да? Это машина Saab, это бытовая техника Electrolux. А помните слоган такой, да? Electrolux сделано с умом. Так вот, действительно, все, что производится в Швеции, это сделано с умом. И каждый знает уже, что такое Oriflame. Вам не нужно рекламировать какую-то неизвестную компанию, в которую каждый человек подумает, вступать ли, да, да, Volvo, да. Каждый человек подумает, ну, стоит ли ему вообще связываться, вдруг я поработаю, мне не заплатят деньги. Поэтому любой человек знает Oriflame уже лет 20, я знаю точно, потому что я работаю в бизнесе, с этой компанией сотрудничаю уже более 17 лет, с 97 года, как только компания пришла на рынок Украины. И я вам скажу, что за эти годы компания ни одного раза не была замешана ни в каком скандале. То есть пресса, телевидение, нигде Oriflame не упоминался именно как судебные какие-то разбирательства, либо еще что-то. Да? Все очень, очень ценят качество. Почему? Потому что посмотрите на любого лидера, которая сотрудничает с этой компанией, результат налицо. Потому что никто не дает нам наш возраст, на который мы, так скажем, выглядим, да, потому что мы очень давно пользуемся и пользуемся только этой продукцией, она нам нравится, мы ей доверяем, мы экономим, мы пользуемся всеми закрытыми распродажами, и мы очень благодарны нашей компании, потому что она еще выпустила средства wellness, да, это здоровый образ жизни, витамины, коктейли, детские витамины. Следующее, почему мы выбрали Oriflame, потому что компания нам предоставила возможность начать собственный бизнес под ключ с наименьшим капиталовложением. Ваше капиталовложение было это только регистрационный взнос.
и все, который вносится, включается в первый заказ, если кто еще не делал заказ. Компания продумала, предусмотрела все, да? Вам привозят каталоги, открыто большое количество пунктов, где человек может получать продукцию. То есть вам, как предпринимателю, который пришел предпринимать, вам не нужно ничего создавать, уже все создано, сайт готовый есть, сайт компании есть, личный кабинет, где все, все, весь товарооборот считается, бухгалтерия электронная вся ведется, архив со всеми вашими доходами тоже там сохраняется с вашей командой. Вы в любой момент можете зайти на сайт компании и посмотреть, сколько, какой товарооборот ваша команда сделала вчера, сегодня, и какой процент уже доход, какой доход вам компания насчитала на сию минуту. Это очень важно. Следующее – это возможность развивать собственный бизнес по всей территории Украины, сместили слайды, да, России и более чем в 65 странах мира. Это тоже очень важно, потому что я одна из представителей, у которой есть международный бизнес. Сегодня есть моя команда из России здесь на этом занятии. Да. Недавно я приехала с Израиля, то есть это та команда тоже, которая у меня создалась именно благодаря компании Oriflame. Этих людей я никогда не видела раньше, да, у вас тоже отлично. И я скажу, что опять же, я загружала фотографии, но они что-то не подгрузились, хотела вам показать, как я в отеле на Мертвом море специально ходила с пакетом Oriflame. Я его везде выставляла, я все в нем носила, то есть не с пляжной сумкой, а мне нужен был пакет Oriflame. Ну, то есть я имею в виду не на сам пляж, конечно, а по отелю, если нужно было что-то. То есть потому что для меня было очень важно засветить еще раз нашу компанию, возможно, заиметь тоже какие-то знакомства для того, чтобы продвигать эту продукцию дальше. Также у меня появилась возможность, я была на ферме кенгуру, фотографировалась кенгуру, кормила кенгуру, их было очень много, они прям, вот, ну, как у нас, вот идешь по парку, да, вот там ты ходишь по парку с кенгуру. Для меня это было что-то невероятное, показать детям потом, ну, то есть где бы так еще получилось и появилась такая возможность, да, то есть это действительно очень здорово иметь международный бизнес, и все это дает компания, потому что именно она продумала глобальный центр, да, который просчитывает все баллы, которые заработали ваши партнеры, ваша команда там, в России, в Белоруссии, Молдове, в любой стране, да, где мы работаем. Итак, в чем же суть нашей работы? Что нам придется вам делать? Мы делаем рекламу. То есть мы размещаем рекламные баннеры, рекламные тексты, тексты о работе, тексты о продукции, картинки о работе, о продукции. В любом источнике интернет, да, как я говорила, это может быть Одноклассники, Контакт, Инстаграм, это могут быть любые доски объявлений, региональные или по любой стране, да, которую вы выберете. И что мы делаем? Потом мы ведем переписку с заинтересовавшимися людьми. То есть мы никому не навязываемся. Наша задача как можно больше посеять вот этой рекламы. И тот человек, которому это нужно, он обязательно к вам обратится, он обязательно отреагирует на ваше объявление, на вашу картинку, и он у вас спросит. И потом ваша задача просто вести переписку с этим человеком и предложить ему, конечно же, возможность участия в таком международном масштабном проекте. А потом ваша задача курировать ваших партнеров. То есть вы видите, что сейчас очень большое количество людей делают покупки через интернет. Сейчас через интернет покупается все. Косметика, бижутерия, одежда, обувь, продукты, что еще, цветы, ну, все что угодно, бытовая техника, все покупается через интернет. И с каждым годом это количество будет увеличиваться. То есть люди будут заказывать косметику через интернет-магазин. А кто сталкивался уже с покупками, вы знаете, какая у них схема. Вы делаете на сайте
покупку, заказ, да, ваш заказ обрабатывают, вам присылают. Так вот, ваша задача привлечь в ваш интернет-магазин как можно больше либо потребителей, либо тех людей, которые будут, захотят работать. Да? То есть ваша задача наполнить вашу страничку личного кабинета на сайте компании, заполнить новыми партнерами. А партнеры уже сами определятся, либо они будут покупать себе, экономить, либо они потом вольются тоже в наш проект, когда увидят наши результаты. А потом ваша задача просто уже отвечать на вопросы, отслеживать, возможно, товарооборот, чтобы человек не слетел, или чтобы вы проследили его доход, чтобы вы подсказали, потому что это новичок, он не знает того, что знаете вы. Возможно, подсказали распродажу, возможно, подсказали, как набить заказ. То есть на все это у нас есть всевозможное количество роликов и материалов, которые вам будет давать ваш наставник. Ваша задача знать, где это взять, и вовремя дать это вашему партнеру, эту информацию, потому что тот, кто владеет информацией, владеет миром. А также вы знаете, что дорога ложка к обеду, потому что если человек у вас просит информацию сегодня, а мы дадим его эту информацию через месяц, потому что сами не знаем, да, то, конечно же, мы этого партнера потеряем. То есть все важно делать вовремя. Итак, на что же мы покупаем, да, наших партнеров, которых мы зовем, что мы им предлагаем, что мы им можем дать? Первое, конечно же, это экономия, потому что человек, который зарегистрировался, да, и заключил договор с компанией, он автоматически получает дисконтную карту, да, либо дисконтный номер 20%. Также этот человек может участвовать во всех всевозможных программах компании. Это стартовая программа для новичков, это закрытые распродажи, это всевозможные какие-то спонсорские программы. То есть человек автоматически в этом участвует, и для него это интересно. То есть человек, каждый сейчас хочет сэкономить, да, потому что время кризиса сейчас, каждый хочет покупать дешево, но сердито, да, но качественную продукцию. И поэтому мы ему предлагаем экономить. Это первое, да. Второе, что у нас есть, это объемная скидка. То есть чем больше покупаете вы сами, чем больше вы привлекли партнеров, которые тоже делают покупки через свой интернет-магазин, то есть у каждого свой дисконтный номер, да, и каждый независимо от вас заходит через свой интернет-магазин, делает заказ и получает уже непосредственно в своем городе. Вам не нужно отправлять товары тому человеку, которого вы зарегистрировали. То есть все это делает компания. Ваша задача просто найти этих партнеров, то есть создать базу потребительскую для самого себя, потому что то, что вы делаете, это вы делаете для себя. Никто у вас никогда эту базу не отнимет. Вы как будто создаете свой маленький офис, свое маленькое предприятие, свой маленький магазин, наполняете его постоянными покупателями. И за это вы каждый каталог, каждый месяц получаете процент от товарооборота. И вот здесь представлены вот эти проценты, о которых я говорю. То есть чем больше товарооборот делает созданная вами и вашими людьми группа, тем больше процент вам выплачивает компания. И вот по аналогии, да, я представила Украину, то есть доход по Украине. Но это не все, это только начало. Этот процентный рост, да, процентный уровень, это только ваш рост от новичка к менеджеру и к старшему менеджеру. А весь остальной карьерный рост с уровня директора, о котором я тоже вам сейчас покажу и расскажу, он весь впереди. И все премии долларовые, они тоже все впереди. И каждый, кто когда-то сталкивался с компанией Oriflame, либо которых я приглашала в компанию Oriflame, для всех было очень большой новостью, что здесь можно зарабатывать большие деньги, что здесь можно купить квартиру, что здесь можно купить машину, что здесь можно ездить за счет компании в заграничные командировки, либо конференции, как я это называю. То есть никто это не верит, потому что для каждого это просто покупка продукции. Купил,
попользовался, пошел опять купил, когда закончилось, да? Почему? Потому что еще очень многие при работе офлайн старались не рассказывать об этих возможностях. Почему? Да потому что тогда человек теряет клиента, да? То есть человек теряет немедленную прибыль, и он не рассказывает другому своему знакомому о том, что здесь есть такие безграничные возможности, а они действительно есть. И вот ваши первые деньги – 58 гривен, 240 гривен, да, 700 гривен. Это те деньги, которые идут вам на счет ваш, на ваш личный номер Орифлейма, и вы видите это в личном кабинете. И вы на эту продукцию можете, на эти деньги вы можете взять продукцию. То есть, когда вы будете делать заказ, вы эти деньги просто не доплатите. То есть, вы их обналичите, так скажем. И вот каждую среду у нас идет занятие по созданию личного товарооборота. Именно там учат, как же зарабатывать больше, как создать личный товарооборот, как привлечь всех своих знакомых, чтобы они не покупали у кого-то, да, возможно, покупали у вас, делали через электронный каталог вам заказы. А вот с уровня 12% уже мы можем начинать открывать частное предпринимательство. То есть это официальный договор с компанией, где вам идет стаж, где вам идут пенсионные отчисления. Вот у меня уже 17 лет стажа, да? То есть практически я и не работаю. И вроде бы чем я занимаюсь, да, интернет-маркетингом, но стаж-то идет, и хорошие суммы денег, это благодарность компании за ту рекламу, которую мы делаем, потому что представьте себе им найти какие-то рекламные агентства. Они бешеные деньги заплатят за рекламу по телевизору, там, за рекламу по радио, еще где-то. Да? И это агентство не факт того, что оно развернет такую деятельность, как разворачиваем мы, потому что мы несем нашу рекламу из уст в уста. Да? То есть от одной странички на другую, на другую. Каждый делится впечатлением о тех доходах или о той информации, которую он узнал. И вот, вот такие деньги, дойдя до 24%, это Украина, да, вы можете заработать свыше 7500. Но это еще не все. У нас каталог длится 21 день. И поэтому этот доход за 3 недели. То есть у нас получается 3 зарплаты в 2 месяца. Каждый 21 день у нас зарплата. Вот такие суммы. Я думаю, что это понравилось очень многим, да? И теперь наш карьерный рост. Это как раз наш бизнес Орифлейм, это маркетинг-план, у которого нет ни у одной компании, потому что рост безграничен. Когда люди, некоторые лидеры высокого ранга, топ-лидеры, выходят и закрывают очередное звание, и им вроде бы некуда уже расти, то компания продумывает и открывает, придумывает новые звания. Для этого бизнеса не требуется определенной специальности. Вы можете совмещать с другой работой. Это благородный бизнес, потому что, помогая другим, мы помогаем себе. Мы помогаем осуществить каждому его мечту. Это компания, которая признана на мировом уровне. Она номер один сейчас. Да? Вам не нужен стартовый капитал. И каждому человеку, которого вы будете приглашать, в интернете не нужен стартовый капитал, не нужно быть хакером, не нужно очень хорошо владеть компьютером, потому что все это мы вам даем. И самое главное, мы даем вам свободу, потому что у вас не будет начальников, у вас не будет будильников, вы будете работать сами на себя. Вас никто не сможет уволить, вас никто не сможет сократить. Вы сами выбираете свой график работы. Заболели, не работаете. Но знаете, как я говорю, солдат спит, а служба идет. Да? Вы спите, каталог работает. Ребенок заболел, а ваш каталог работает, либо ваша команда строится, независимо от вас. Потому что, как я и показывала уже, 1+1. Да? Ваша задача создать себе подобных, найти себе подобных. То есть сегодня вы один, строите, ищите людей в интернете, а завтра в вашей команде будет 10 человек строить. 10 приведут по 10, вас уже 100. Да, это 100 команда обученных, заинтересованных работать людей. Не те люди, которые лучше мы за рубль полежим, чем за 2 побежим. Да? И вот представлены здесь доходы в Орифлейм. В рублях, в гривнах, в тенге, в белорусских рублях. И
Здесь представлена карьерная лестница, то есть все начинается со старшего менеджера. Заканчиваются вот те наши процентные уровни и начинается уже и серьезный бизнес, да, игра по-взрослому. Старший менеджер, вы видите, какая зарплата, и премии нет. Да. Здесь, с уровня директор начинается премия $1000. $1000. То есть где сейчас, в каком месте можно заработать вот такие деньги, где раньше при нашем курсе, да, когда там по Украине был курс 8, и то это были большущие деньги, а сейчас 25 тысяч просто получить за то, что ты сам себе, для себя, для своей семьи создаешь будущее, я считаю, это колоссальная возможность. Посмотрите дальше, золотой директор. Что такое золотой директор? Дальше вам выплачивают деньги за продюсерство. Потому что наш карьерный рост, я называю как работа быть продюсером. Да? Золотой директор – это тот человек, который вырастил двух директоров. То есть помог двум человекам стать директорами, увидел в них что-то, рассмотрел, помог, научил. И ему за то, что он разглядел в этих людях директоров, личности, научил их, каждый директор получил по $1000 премии, а ваш наставник, то есть либо вы вырастили двух человек, вы получили за каждого из этих звезд, да, 2000, то есть за каждую звезду по 1000. Сапфировый директор – это человек, который… Ага, нет старшего золотого директора здесь, ага, пропущено. Сапфировый директор – это человек, который вырастил 4 директоров. Вот ему и заплатили премию $4000 за то, что он нашел и воспитал и вырастил 2-4 звезд, да, и так далее. Посмотрите, какие сумасшедшие премии и сумасшедшие зарплаты, которые, я думаю, каждому заставят задуматься, стоит ли ради этого, стоит ли ради вот этих цифр, сумм пахать и работать. Конечно, вы все равно на работе пашете, да? Если вы работаете на предпринимателя, вы все равно пашете, но вы пашете на кого-то. А здесь вы работаете на себя, вы работаете на будущее своей семьи, потому что не падает оборот, здесь оборот все время растет. То есть идет как по маслу, да, так говорят, или идет в гору все время, да. То есть вы, сегодня вы директор, а завтра вы уже вырастили, у вас уже есть какие-то партнеры, вы увидели, что есть какие-то звездочки, вы вырастили людей, люди вам благодарны, потому что все мои директора, которые у меня вырастали, вырастают, да, они очень благодарны вместе с их семьями, потому что люди выходят с нищеты, люди выходят с долгов, люди выходят с кредитов, и они действительно благодарны за то, что у них появилась свобода. Свобода передвигаться, свобода работать на себя, свобода работать с семьями, то есть семейным бизнесом. Это действительно очень дорогого стоит. И именно эти перспективы дает наш проект «Бизнес новой эпохи». И вот то, что, о чем я вам говорила, да, то есть количество директоров. Два директора, вы получили $2000 премии, у вас три директора, вы $3000, можно это сопоставить, например, не со звездами, а с количеством директоров, да, то есть появился у вас директор в Волгограде, например, вот считайте, что у вас появился директор магазина, да, потому что этот человек занимается своим товарооборотом, он это делает для своей семьи, он от вас мысленно отсоединяется, потому что это уже самостоятельное звено, но вы все время получаете за него процент, да, процент от компании. Не с этого человека, не он со своего кармана платит, а действительно это оплачивает вам компания за то, что вы это сделали. Вы создали такой товарооборот. Скажите, компании выгодно, чтобы вы у нее покупали продукцию? Конечно, да. А выгодно, чтобы вы или там вас 100 человек покупали? Конечно, 100. Это прежде всего товарооборот компании, это имя компании, это перспектива компании. А представьте, если не 10 человек, не 100 человек, а 100 тысяч уже покупают. Конечно, это уже масштаб компании. И именно за это компания готова, конечно же, вам платить. И есть у нас такое звание, как президент. Есть у нас президенты и в России, есть у нас президент в Украине, Алексей Севрук. Да? Это те люди, которые пополучали уже премии более по 1 миллиону. Да? То есть это тоже кому-то показать, никто не
поверит, как чествуют этих людей. Эти люди акционеры компании уже. Это действительно тоже очень большая величина, это жизнь людей, которая перевернулась с ног на голову, да, потому что никогда бы они в жизни не смогли создать какие-то такие крупные акционерные предприятия. А у нас это возможно. У вас будет возможность создать свой интернет-магазин на базе официального сайта компании. Да? Это тоже одно из направлений, которые можно развивать, нужно развивать для того, чтобы обслуживать своих клиентов. Да? То есть создавать базу уже не партнеров, а клиентов. Это признание, потому что начинается все с наших региональных каких-то мероприятий, на которых вас чествуют, да, наша команда вас чествует. Потом вы как директор приглашаетесь уже на банкет директоров, идете по ковровой дорожке, видите успешных звезд. Обычно это эксклюзивные какие-то здания, эксклюзивные места в больших городах, Киев, да, Москва. Это приглашение звезд, где вы сможете с ними сфотографироваться, постоять рядом, ощутить эту энергетику. Это признание на тех же Минск, да, ну, то есть в каждой стране своя столица, и, естественно, в этой столице проходят банкеты директоров. А также потом мы встречаемся уже на конференциях, международных конференциях, и вас еще и там чествуют и поздравляют с вашими уровнями, с вашими закрытыми званиями. Международные конференции проводятся все время в европейских странах, в самых дорогих отелях, приглашаются самые дорогие звезды, компания проводит различные мероприятия именно уже на конференциях. Ну, например, где мы были? Я, например, была в Риме, да, то есть я уже была в Греции, это Акрополь, посещение Акрополя, Париж – это Эйфелева башня, Рим – это... Хочу быстро сказать, господи, Колизей, да, потом где еще Канарские острова два раза, Бали, остров Бали меня впечатлил, конечно, очень сильно, потому что, ну, это экзотика, потом где еще, это Португалия, Лиссабон, то есть, да, Ватикан, действительно, это Лувр в Париже, то есть начинаешь пересматривать фотографии, просто сам не веришь, потому что это огромное количество всевозможных каких-то экзотических мест, где, которые люди только могут видеть по телевизору, а ты там был, ты мог этим насладиться, да еще и своими партнерами, потому что важно, когда вы едете не сам, а вы едете в командой, да, то есть когда вы можете посидеть утром ранним за чашкой кофе, когда вы днем можете пробегать по тому Парижу, да еще и все вместе, потом делиться впечатлениями, нафотографироваться, купить массу каких-то сувениров, то есть это действительно очень-очень классная возможность. А также компания сейчас внедрила уже поездку и для менеджеров. То есть если раньше ездили только золотые директора, да, или с уровня золотого директора, то сейчас любой менеджер может поехать, если воспользуется этой возможностью, если начинает включаться работать. Анталья у нас уже 2016 год, квалификационный период закончился, да, то есть те, кто попал туда, те, кто выполнил условия, я вас поздравляю. Также у нас сейчас разыгрываются, да, как я говорю, квалификационный период начался уже с 5 каталога, и по каталог 4 2017 года это юбилейный круиз компании Reflame 50 лет, это Средиземное море, это два континента, три страны, четыре города, то есть это тоже незабываемое впечатление, масштабное, которая будет намечается, и, конечно же, все мы стараемся поехать туда, и, конечно же, мы стараемся, чтобы поехали туда как можно больше людей с нашей командой. И мы подошли плавно к тому, что для того, чтобы вам активироваться в компании, именно в компании, вам нужно, и в проекте остаться, вам нужно сделать первый заказ. Потому что есть определенное правило, это не правило нашего проекта, это правило компании. О том, что если вы как новичок зарегистрировались и не сделали заказ, то через 4 каталога вы выбываете.
И вам нужно обязательно сделать заказ на любую сумму, посмотреть каталог, посмотреть его с родственниками, выбрать что-то для себя. Вы сэкономите 20% и обязательно активироваться. Если у вас в команде есть такие новички, да, то, пожалуйста, тоже просмотрите, у кого подходит срок на то, что эти люди потеряют свой номер. Потому что если вы им помогали, либо они сами строили уже под себя команду, под ними есть люди, то они никогда не смогут вернуться на это место. То есть на то место, где они были. Они смогут подписаться просто уже как новичок вниз вашей структуры. Вот. Поэтому очень выгодно доносить, заказывать себе через интернет и покажите, как это сделать. А также используйте в своей работе интернет на максимум. Это социальные сети, это доски объявлений, это электронная рассылка, всевозможные форумы, контекстная реклама, сайты, блоги, канал на YouTube. Обратитесь к своему наставнику, либо приходите на наши занятия, которые технические вебинары, где мы рассказываем о том, как работать в интернете, как заниматься рекрутированием, то есть построением команды. И вы обязательно там все услышите. И обязательно запомните, что главным и важным моментом является постоянная связь с вашим спонсором. Спонсор – это не материальный, а информационный. Это тот человек, который вас пригласил и который заинтересован в вашем росте, заинтересован в вашем успехе, потому что именно только тогда, когда он поможет вырастить директорам, он поднимется по карьере сам. И, конечно же, не забывайте про обучение, потому что без обучения у вас мало что получится. Все течет, все меняется. В интернете все меняется с быстротой, в 10 раз быстрее, чем меняется в жизни, в 100 раз быстрее. И поэтому то, что работало вчера, может уже не работать завтра. И вот вашему вниманию, кто еще не видел, расписание занятий на эту неделю, наметьте свою активность, распределите свое время, чтобы вы попали на эти занятия. Да? Так, и почему же вам нужно работать в паре со спонсором? Потому что мы работаем на результат друг друга. То есть мы работаем вот в такой связке, где каждый заинтересован помочь другому. Потому что если упадет один, он потащит за собой вниз всю цепочку. Поэтому мы идем вместе, мы идем вверх, и мы работаем на результат друг друга. А теперь представьте, пожалуйста, свою мечту и поймите, что у вас есть все для того, чтобы ее осуществить. Мы вам дали идею, мы вам даем инструменты, мы вам даем обучение. Поэтому все остальное уже за вами. Нужно только пойти и сделать, да, как поет Пугачева, будь или не будь, но сделай же что-нибудь. Поэтому эта песня, я думаю, как нельзя к нам кстати. Ну и спасибо вам за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, я с радостью вам отвечу. Есть ли какие-то вопросы, может быть, по сегодняшней теме, или я, наверное, все очень доступно и понятно рассказала, да? Так, ну, я желаю вам больших успехов, да, я желаю вам супер больших результатов, я желаю нам всем встретиться с вами на корабле, да, всего вам доброго, а я вам поставлю заводную песенку, если она сейчас включится после презентации.